все равно. Сегодня Артуриус будет вершить историю, так что будет полностью вся информация, закулисье будет турнира, бои, эмоции, все вы сегодня увидите, так что всем спорт, теперь можно улыбаться. Ну что, едем на турнир, сейчас опять будем показывать дорогу, как едем, 3 часа, нет, уже увидимся в Буковеле. Оп, и телепортация. Всем привет, на телеканале Перелом ММА, не забываем. Мы уже в Микульчинах у наших друзей в отеле «Рандеву», так что реально приезжаем, тут офигенная погода. Сейчас покажу, чем занимается наш Артур, сгонка у него, все нормально, завтра только взвешивание. Что, Артур, тебя спалили только что? Ну, покажи, что там у нас. Шашлык, машлык. Так, Армен, ты же знаешь, это наша секретная сгонка, если мы покажем это на телеканале у нас в Ютубе, то будет реально хана. Артур, как самочувствие перед боями? Все супер, отлично. О, подпольная съемка. Вот так. Да-да-да. Вот наш зал. Машины работают. Назманов Артур и Владимир Барышев. Две машины. Ну, хорошо. Вот так вот. Тут кровати. Нормально гравитация словилась. Хорошо. Молодец. Что вам еще надо видеть? Так что пашем, тренируемся, каждый день работать и будет результат. Всем спорт! Не забываем, отель «Рандеву», ссылочку оставлю в описании. Всего Микулича. Вот такой Артур будет жрать, когда взвесится. Сегодня уже взвешивание. Да, он такой чувак. Ты же тоже снимаешь? Да. Разрешение на съемку. А что, только тебе можно? Что, ты готов драться? Конечно. Я пороюсь у тебя в кулечке, что там у тебя есть. Так, что будет, есть человек, который гонял вес. Вафли, шоколад 80%, шоколад польский контрабас от Ксюхи. Ну это ТБ-вская местная тема, шоколадка напополам. Всякие соки, орешки, изюм, вот такое, что восстанавливает. Печенье овсяное, это все надо для восстановления, ребята. Бананы, углеводы, все будет по фэншую у нас. Так, и как всегда наш повар Владимир Барышев, машина, скоро выйдет ролик, как он коленями бьет. Видите, только белки, диетическая еда, яйца, куча яиц, салаты, все взвешивание уже сегодня. Углеводы уже будем кушать, когда Артур взвесится, и будет все нормально. Так что надо работать, пахать, все будет отлично. Так что скоро взвешивание будет, будет класс. Вот яиц куча. Вот таких, короче, яиц получается такой омлет. Реально. Еще туда сосисок нормальных накидали, 99% натурал называется. Здесь минимум жиров, все только полезное. А такое есть Армен. Это шпроты. Армен красава, да. Раньше борьбой занимался классической. Мог бросить вас с прогибом прямо за столом напротив, если сидите. Так что Вове повезло в этот раз. Сегодня на взвешивание уже. Вот так вот. Отдых. Опача! Что тут за музыка? Уизитская мафия колонка. Да. Как называется песня, Арменджан? Красавчик. Уизитская тусовка. Опача! Давай, континент у нас еще тот. Опа, батя, Саня. Опача, видите, как все быстро меняется. Саня, не добавляй, пожалуйста. Мы все развешиваем. Что там за фотки мне показывают? Бутылка сзади. Ничего себе, это что за Ландолон? Это реально Чак Норрис или Армен наш был? Ну что, как настрой? Сейчас будем взвешиваться. И все, и короче, и полетели. Завтра будут бои. Вова тут реально все прозондировал. Вовчик все в теме.
Будут бои, ребята. Будем драться до последнего. Клетку собирают, ребята. Так что, погнали. Что там с весом? 70-100. Что, как? Хавать будешь сейчас? Молодец. Правильно, Саня комментатор от бога, Саня. Да. Саня тут уже рассказывает, что там будет, кого пизда, не пизда. Я против Артура не выходил бы никогда, на корону сам. Это сказал вам реально конкретный алкаш. У него, кстати, свой канал на ютубе, подписывайтесь, Алкаш ТВ. Всем спор, давайте на связи. Так, ребятки, вот наш номер. Артур, ну что ты, номер как? Нормальный? Пойдет? Главное, что у нас тут куча еды, зелень, гречки всякие, восстановления, печеньки будут восстанавливаться. Номер нормальный. У Артурчика настрой хороший, так что, ребята, ждите победы. Дай бог, все будет нормально. Божьей помощью все сделаем. Всем спорт, так что до завтра. Вот что кушает Артурчик. Курячие вот эти какие-то оладья, гречка, суп. Артур, со скольки, сколько ты килограмм гонял веса? 8. 8, да? Завтра сколько наберем? Где-то 4-5 потолок? Да. А много не будем набирать, потому что пацаны, вот Саня и Мишель набрали тогда вообще по 7,8 и 6,5 килограмм. А я такое чисто по-сиротски суп, это, потому что у меня много еды в номере, буду уже в номере кушать. Так что не забываем, ребята, подписываемся на канал Перелома ММА, с вами Перелома, и до новых встреч. Мини-бар, короче, нажрёмся. Надо взять, короче, этот яблочный сок, вылить и туда что-то такого интересного добавить. Артур, туалет хочешь? Сделаем, все сделаем. Так, делаем первый и последний раз. Креветки варим где? Ну, разумеется, в чайнике. Что там, все нормально? Да. Уже друзья поместились. Они уже размножаются. Будет больше креветок, да? Давай, креветочки, варитесь, варитесь, креветочки. Ты варил так креветки этот раз? Нет? Оно уже колется. Нормально сейчас, блин, сварится. О, да. Артур, скажи нормальную тему. Офигенно. Вот он звонка веса. И моя порция. Качай, качай, качай. Вот такая вот тренировочка в номере. Сегодня 21, завтра 22 будет бой. Артур все раскидывается, чисто полчасика тренировочка последняя. Завтра тоже будет чуть-чуть на лапах работать, такое, чтобы продышаться, можно сказать. Чуть-чуть сейчас надо, чтобы он вспотел, задача была. Украина вперед. Визит Тим рулит. Перелома вообще красавчик. Все, давайте, пока-пока. Мы с пацанчиками, с Денисом и с Артуром сегодня, да? Машина. Да. Погнали хавать. Берешь вилочку, берешь ножичек, берешь подносик. И идешь, расстраиваешься с ценами. Оп! И понеслась сало. 95 гривен, соусы 23. Пирожки по 40. С чем-то гривен. Вот эта порция салатика стоит 95 гривен, подешевела на 15 гривен. Опять покажем вам боржоми. Ух ты, боржоми по сейчас было 65 гривен, уже подешевело. ВТБ стоит 12. Цены, конечно, матюкаться сегодня не буду. Ну а что делать? Салаты, цены, блин, 24 снизились. С таким раскладом. Смотрим, что есть тут. Чуть-чуть цены позанижали даже. Такая дега с утра. Чебаль, день боев, да? Все уже. Что ты кушаешь? Яйца, гречку, салат. Не дают мне мясо, хотя люля не дает. Заметьте, много есть нельзя перед боями. Да? Привет, ребята, вы находитесь на канале Перелома ММА. И сегодня уже день взвешивания, будут бои. Так что скоро будет трансляция, все, смотрим по экспорту, 20.00, всем спорт, пока-пока. Деня, смотри, смотри, что делает твой противник, специально. Оп, съемка, сейчас будем разбирать. Чуть поприятнее. Тебе как раз с Денисом, да?
Вова сидит, смотрит, тоже подсказывает. Всем привет. Красавчик. Достойный уже финал 14 марта. Супер. Всем спорт. Пользуясь случаем, хочу поздравить Ярика Амосова с очередной победой. Красавчик Ярик, так держать. Спасибо. Тур разминается. Чувствует клетку, правильно делает, все еще надо. Подготовка происходила в спортивной базе в село Круглик у нас, где мы и тренируемся. У нас абсолютно бесплатные тренировки в село Круглик. Кто хочет, для себя может прийти, потренироваться вообще без вопроса. Тренируем и профиков, и любителей. Так что наши двери всегда открыты. Вы сами понимаете, каждый день ты тренируешься и должен быть какой-то результат. А чтобы был результат, надо упорно пахать. Запускаю новый проект «Машины ММА», и мы будем вместе становиться с вами машинами. Так что всем спорт, будем тренироваться по максимуму. Кто хочет научиться ММА, заходите на наш канал «Перелом ММА», и мы из вас сделаем машины. Две тренировки минимум должно быть, если ты профессиональный боец. То, что вы один раз тренируетесь, это реально до лампочки. Где-то в другой стране, там в Аргентине, в Бразилии, в Америке ребята отдают по полной. У них и хорошая форма, у нас нифига нету в Украине. Едем на соревнования за свой счет. Пашем, ты должен реально сам понимать, что пока ты не приложишь усилия, нифига в твоей жизни не будет. Посмотрим до вечера, как Артур будет драться. Молодец, тренируется у меня с первого дня. Машина реально. Так что вперед. Как говорится в этой сказке, переселяют нас второй день в другие номера. Что, подходит? Наконец-то. Полчаса искали номера. Это жесть. Сейчас посмотрим, что тут у нас хоть будет за карамболи. 17.1, вот это наше 100%. Ну, заходим. Что там по номерам? Ну, как всегда, мы вдвоем, где-нибудь сбоку. А где бар? Посядем. Бар анима. Я, короче, не сильно доволен, то, что нас переселяют. Потому что, что за фигня? Поселили уже, да и все, реально. В ICA были. Там такого не было. О, можно будет шампуньки опять украсть. Мыло, короче, что хочешь. Фен стырим, телек, диван вынесем, шкаф погрузим нормально в бусик. 40 минут до взвешивания. Ты что не настраиваешься реально? Сейчас людей нам взглядом убивать. Я Николаевич не набрал. Диана у нас тоже отдыхает. Короче, братан, что мне не отправляется, локация тебе находится. Спокойные такие. Ну, короче, во второй этой. Короче, я ему потом, через пару недель он посмотрит, я видеоролик смонтирую, вид с окна, и он определит, где мы, хорошо? В формате гран-при с пятью разъявой наступки бонусы, это номинация нашего дорогого партнера. Face-to-face. Будете тиснуть руку та входу на камеру. Этого ребенка бородатого випустив туди, да? Чудово. Це буде дві пари аматорів до 70 кілограмів. Що там, вже звесився? 80 показав, да на лісах. 83 кілограмів. Запросимо Дениса Гардирова. Мы не можем отредактировать татуировки и убрать. Вот еще настрой как. Соседи просто немного уроли, а так? Да. В сторону моря. Идем, Санек, смотрим, Маша, как тебе заграется у нас в номере? Я так и знал. Заходим на Алкаш ТВ, YouTube-канал Сани, и смотрим реально за ним, отдыхаем. Оп, вот уже и на боях. Так что погнали.
Ну что, сегодня зитская машина будет показывать, на что она способна. Там с Москвы тебя смотрят реально, с Нью-Йорка, откуда только не смотрят, Артур. Видишь, подписчиков на Ютубе мы только стартанули 1 января, и у нас уже сегодня будет 1000. Так что все good. Все, сейчас начнется, Украина, вперед. О, как готовятся чемпионы. Денчик вообще зверь. Оп, вот это зашло бы, да? Оп. Как вообще ощущение у тебя? Отлично. Я готов покорять женские сердца. Красавчик, давай. Изи Тим рулит реально. Подписываемся на канал. Какой канал? Перелома ММА. Бам. Так, все, уже начался первый бой. Первый бой начался. Да. Артур сейчас выходит на второй бой. Да, разогревается. Так что с Богом, друзья. Сейчас уже выходим. Вот он, подпольная съемка. Перед выходом. Первый бой сейчас у Артура, второй. Так мы и смотрим. Бои. Что? Два раунда по 3 минуты. Да, это последний раунд у них. И мы сейчас уже выходим с нашим тигром. Зитская машина. Forever. Так, сейчас будет уже выходить. Артур будет выходить. С Украины. Олег Андреевич. Да, крас. Сейчас. Оно только еще где-то 2000. Надо щитки, короче, сейчас. Ну, вы что, думали, по-другому как-то выходят на бои? Так и выходят, друзья. Давайте творить историю.
Give me y'all niggas a reason to hate. Got a meeting with success. Don't waste my time, I can't be late.
since now we ballin' like the Lakers. Back up on the scene, reppin' for my team. Rippin' off the industry, I'm on that Wolverine. Put me on vinyl records, cause we droppin' a classic. Niggas can't see me like Mr. Magoo with no glasses. Useless, anybody thinkin' that they beatin' us. It's crazy as Steven lookin' through a pair of binoculars. We'll be right back.
першій хвилині, 14 секунді, удушаючим ударом перемагає Денис Гатіров! Красава! Наші раунди. Це молодець. Так, пацани виграли по бою. Молодці, машини. Машини! Тоже, да, передаю. Ух, капец. Все нормально. Еще один бой. Мы сделаем, зачем мы сюда приехали. Денис чайок гоняет. Это точно чай, не чекир. Артур, как самочувствие? Отлично. Что будешь делать? Бороться. Будем выигрывать. С Богом, пускай победит сильнейший. Итак, друзья, все изнутри, как я и обещал. Все, уже на второй бой сейчас будем выходить. Артур тут денчик греется. Оба они вышли, сейчас будут драться. Второй бой. По бою выиграли. Молодцы. Сейчас не приведу.
Артур, давай, собрано, свое навязываешь, поиграй, похитри. Подвигайся сначала, не надо спешить. Он твой будет, Артур, он твой. Сам, да, да, отлично. Хорошо. Да, не застаивайся. Подвигай головой, двигай. Собрано, двигай головой, Артур. Мальчик, покачай чуть-чуть. Хорошо. Молодец, да? Да, молодец, хорошо. Передней рукой начинается, передней. Да, еще. Ручка-ножка, совмещай. Хорошо, совмещай. Ручка-ножка. Да, до конца. Спокойно, позиция. Позиция. Заходи на пул. Минута прошла. И теперь заходи. Не давай. Артур, он сейчас будет на ручку вязать. Сразу на него. Передвом. Обойди, сбоку зайди, Артур. Зайди сбоку. Пул ищи. Головой в сетку прижимай, Артур. Бей постоянно. Бей. Прижимай головой в сетку и бей, Артур. Бей. Отжимай предплечьем. Артур, отжимай предплечьем. И бей. Хорошо. Все. Отжимай и бей, Артур. Давай, бей. Отжимай и бей, Артур. Отжимай предплечьем. Все, и бей. Бей постоянно. Бей. Смотри, специально колени вставляй, чтобы на треугольник закрыть, или на ручку. Не так. Спина прямая, руку ищи, руку забираешь. Левую руку забираешь. И давай. Пытайся сбоку обойти, Артур. We'll be right back.
Работа, не кинь. Нет, чуть-чуть подсядь, подсядь. Опять руки собрано, руки собрано. Don't let me go, let me fall. Wish that you would take it all away. На пяточках, попрыгай на пяточках. Believe in you, I always do. Your beating heart has got me spinning. Your love. Не рубись. Он сейчас будет бить, не рубись. Артур, собрано ручки. Собрано, да. Да. Ниже точки. До конца, до конца, до сетки, до сетки. Собрано, собрано. Нет, нет, не делай ничего. Просто прижмись аккуратненько, да, чтоб локти не вставлял. Прижмись, прижмись. Пониже, и руки собрана, и голова опущена. Я не говорю, я сказал, что точку ниже. Я понял. Точку ниже, голова опущена, руки собраны, Артур. Да, молодец, встал. Двигайся, двигайся, не надо застаивать. Добро. Не застаивайся, двигайся, двигайся. Артур, не стой, двигайся. А то больше двигаться не заставляется. Вот! Не рубись, не рубись, я сказал, лучше! Двигайся, двигайся! По обману, да!
собрано, ручки собрано. Ниже стойку. Тихо, туда, до конца. Делаем начало. Сам начинаешь. Соберись. Ниже, стойку, дальше. Не рубись, а то делай свое. Голову опусти. Собрано, руки. Руки собери на место. Да. Да, до конца. До конца. Не дай рогатку, не дай рогатку. Подбивай, подбивай отсюда. Подбивай, подбивай постоянно. Бить постоянно, Артур. И прижимай головой в сетку. Прижимай головой в сетку. Don't let me go, let me fall. Wish that you would take it all away. Собери ручки, двигаться на ногах. Двигаться на ногах. Сам, двигаться на ногах. Да. Еще раз перевод. Еще раз перевод. Своё делай, дальше. Дальше, дальше. Нет, нет. Позиция. Дальше, Артур, своё. Всё нормально. Давай, давай. Финальному поединку с Радоматою до 70 кілограмів. Одноголосним рішенням суддів перемогу отримує Валентин Тяпкін! І ви, мабуть, спросите, да? Що у Артура в голові зараз відбувається? Да що, ну, звісно, як кожен боєць, він розстроївся. Ну, правило есть правило. На этом турнире оценка идет один удар, один балл, и приравнивается один проход в ноги к одному баллу. И получается, по такой ситуации, ну, он не проигрывает. Ну, по всем международным правилам, то он этот бой выиграл. Ну, на этом турнире были такие правила, так что сами знали, куда мы едем и что мы будем делать, так что на кого-то жаловаться нету смысла. И он воин, он проделал огромную работу, он тренируется постоянно, каждый день, и он очень хорошо себя проявил. Первый бой был очень тяжелый, второй бой, все хорошие ребята не всегда поднимают руку только нашим бойцам. Будем тренироваться усерднее, и ничего страшного в этом нету. Так что, ребята, подписываемся на Перелом ММА, смотрим, следим за нами, смотрим наши уроки. Будем много полезного все выкидывать. Всем приятного просмотра. Обнял, поднял, прогибом не бросил в этот раз. Так что до новой встречи. Подписываемся на канал. Какой канал? Перелома ММА. Бам!